Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, ты будешь учиться только на отлично! Ребят, всем здорово, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в симулятор манекена Mutilate Edol 2. Наши эксперименты над рэгдоллами продолжаются, мы продолжаем угорать над человечками, смотреть на всевозможные прикольные и классные построечки, ну и, конечно, использовать всевозможные прикольные пушки. В этой игре огромное количество всего. Ну что ж, чем мы сегодня займемся? У нас есть по традиции вот такой вот обычный чувак. Но ему, ребят, сегодня не поздоровится, так же, как и всегда. В принципе, я приготовил для него очень много всяких приколов. Давайте же начнем. Итак, ребят, первое, с чего хотелось бы начать, это вот такие зомби. Посмотрите, вирус зомби захватил человечество. Человечки просто, ребят, переплатились в зомбаков. И наш один рэгдолл обычный против огромной толпы зомби. Давайте посмотрим. Ну-ка. Он нападает на них. Нет, давайте, знаете как? О, минус голова у зомби. Нифига не так. Зомби нападают на пацана, зомби атакуют. Но, блин, ребят, а чё такие зомби слабые? Ну, по идее, кстати, как и должно быть, они же все превращаются в труху. Просто у нас зомбаки, ребят, да? Ну-ка, давайте попробуем чё-нибудь, какой-нибудь топор вот возьмем. Чисто возьмем топорчик и попробуем, ну-ка, зомби замочить. Оп, оп. Он просто рассыпается, ребят. Вот это да, слушайте. Я думал, зомби невероятно крепкие, но, блин, нет, все логично. У зомби дряхлые кости, дряхлая кожа, дряхлые органы. И, в принципе, они должны изи как бы убиваться. Но я думал, вдруг какая-нибудь сильная мутация, они прям кибер-зомби жесткие. Но нет. Ладно, давайте уничтожим тогда нашего пацана, чтобы он тоже, как бы, ребят, не расслаблялся, знаете ли. Чтобы... как бы держать форму, на-на-на, уничтожил я всех. Но это еще не все, ребят. У нас есть вот такой зомбак, которого подвесили на виселицу. Давайте возьмем еще одного такого же зомбачка. Чисто, чтобы было эпично. Попробуем над ними, ребят, поугарать. Ну-ка, вот так вот. Так, и теперь какой-нибудь, ребят, нужен, я не знаю, кунайчик, серикенчик, чтобы попробовать это все дело запульнуть. Оттягиваем, ребят, кунай. И прям по голове. Бомс! Нифига себе! Нифига себе, ребят! Вот это да! Ну-ка еще раз, по голове готовы? 3, 2, 1! Бамс! И все! И сразу же, ребят, мы убиваем. Давайте посмотрим на этот кунай. В слоумо! Как он в слоумо разделывается с нашими зомби, которые висят на виселице. Понимаете, люди их поймали, ребят, зомбаков. Люди подвесили на висельц. Попробуем вот так, по касательной двух. Сможет ли наш кунайчик пробить или нет? Вот максимум я просто зарядил. Итак, 3, 2, 1. Воу, нифига, ребят. В одного попал, в другого нет. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Боже, как же это жестко. А погодите, ребят, помимо куная, у нас же был вот топор. Ну-ка, давайте, акс. Сейчас попробуем топор, друзья, запульнуть. Я думаю, и он как бы у нас запульнется. Да, ха-ха-ха. Ну-ка, 3, 2, минус зомби. Блин, по касательной прошел топор. Офигеть, давайте посмотрим, короче, как топор полетит в нашего пацана. Чисто такой экспериментик, ребят. Ну-ка, берем топор, оттягиваем. И вот так прям черенком, ребята, точнее этим. Ну, вы поняли, короче, не острой штукой. Ладно, 3, 2, 1. Бомс! Офигеть, посмотрите, половина головы, короче, отрезалась. Стоп, это угарно, ребят, это очень угарно, просто жесткач. Ну-ка, давайте восстановим. Так, возьмем вот у нас просто рэгдолл. Давайте, ребят, короче, запульнем рэгдолла в рэгдолла. Но! Как же это жестко, ребят, все выглядит. Так, берем зомби, ребят, все, меня не остановить, меня просто не остановить. У нас бешеный зомбак, ребят, который просто сошел с ума, понимаете, зомби. Супер агрессивный, он просто бросается в прыжке на нашего пацана. Знаете, вот как в фильмах, они прыгают, короче, очень сильно. И тут у нас зомби, ребят, такой же. Ну-ка, блин, подождите, давайте-ка это все дело в слоумо посмотрим. Во, ну-ка, бешеный зомбак. Бамс! И об чувака, ребят, он просто об чувака уничтожился, вот. Все, у нас как бы пацик нормальный, абсолютно все адекватный, все четко был, пока я его не уничтожил.
Бэмс! Забавно, друзья, забавно. Ну что ж, для пущего эффекта, ребят, давайте погрузимся в мир апокалипсиса. Посмотрите, у нас тут разрушенный город, все разрушено, разбитые стекла, везде кровь, разбитые скамейки и разбитые здания, ребят. И этот уровень называется именно апокалипсис. Непонятно, какой зомби, не зомби, но у нас, ребят, сегодня будет зомби-апокалипсис, тематика зомбаки. Так что давайте заспавним все-таки зомбей обычных, ребят. Просто наставим их очень много. Так, стоп. Раз зомби, два зомби, три зомби, четыре зомби, пять. Давайте, ребят, шесть. Много зомби, нужно больше зомбаков. Капец, создадим просто гигантскую армию, ребят, зомби, чтобы она у нас противостояла людям. Смотрите, ну, в общем, реально, ребят, огромное количество зомбаков. И давайте противостоять всему этому будет обычный человек-полицейский. Он выжил, ему удалось выжить, ребят, уже лагает эта игрушка. Но он остался один в этом городе, и он хочет зачистить его от зомбаков. Итак, ребят, первый выстрел пошел. Зомби просто рассыпается. Погодите, а мне что, слоумо, ребят? А, нет, вот теперь слоумо. Ха-ха! Просто капец! Всех зомбаков, ребят! Бам-бам-бам-бам! Боже, какой все-таки мощный пистолет. Либо это не слишком мощные зомби, ребят, да? Такое ощущение. Ладно, теперь зомбак у нас прыгает в пацана, врезается в его каску и об каску, ребят, просто размочился. Ну-ка! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Все, вообще, не остановить нашего полицейского. Он один против зомбаков, он их уничтожает. И он защитил, друзья, он защитил город, он молодец, он справился с армией зомби. Но не все так просто. Подошел зомби-босс, вот такой мутировавший, вот такой вот ученый, что ли. Не знаю, ребят. В общем, смотрите. Вот этот парень, он занимался поимкой вируса. Но вдохнул, короче, не тот газ и стал тоже зомбаком. Он и насобернулся. Раньше он был добрый, а теперь он злой. И он нападает на полицейского. Он прыгает, ребят, на него. Полицейский пробует отстреливаться. Вот так вот просто в воздухе у них идет борьба. Бэм-бэм, по ногам, но не пробивает, ребят, он нашего зомби, не пробивает. И зомби начинает, ребят, жесткую атаку. Зомби начинает просто контр-удары, контр-атакует. И умирает, потому что голова зомби отпала. И все, и наш, ребят, полицейский, он герой. Хоть и он остался без ног, но он у нас герой, ребят. Он молодчина. Да, он пал, но пал он доблестной смертью, ребят, просто героической. Он уничтожил, друзья, всех зомбаков. И ему ваш лайк, и ему ваш положительный комментарий в честь павшего вот этого полицейского. Давайте придумаем ему имя, друзья, в комментариях, назовем его, чтобы он не напрасно погиб. Ну, в общем, вот такая сценка, друзья, у меня получилась. Это довольно забавно. Ну, а также, помимо зомби, ребята, у меня есть вот такой вот прекрасный Дэдпул. И есть, где он? Вот такой вот, ребят, солдат. Это обычный какой-то солдат. Ну, как обычный, жесткий, друзья, солдат. Итак, давайте устроим битву. Дэдпул против солдата. Посмотрим, кто кого. Итак, Дэдпул у нас убивает сначала пацана. Блин, после зомби, ребят, да? Капец, как тяжело убивать обычных манекенов. Ладно, отлетает. Ну-ка, ребят, посмотрим. Воу! Воу-воу-воу, какая жесткая пушка у нашего военного. Просто капец. А здесь что? Ой-ой-ой-ой, сейчас взорвется, походу. Или нет, или что это? Я просто вот зажал. Минус рука, надо было кинуть, друзья, эту штуку. Но кто же знал? Бам-бам-бам по Дэдпулу. Ну, слушайте. А, вот, Дэдпул умер. Только сейчас, ребят, Дэдпул у нас умер, походу. Да, там из головы течет кровь. Блин, все, я уничтожил Дэдпула, ребят. У нас получается победитель, вот этот вот пацанчик. Ему аплодисменты. Ребят, он вышел из этой борьбы победителем. Он Красавелла. Ну и давайте вот мое любимое, ребят. Итак, просто разнес. Ну и, конечно, друзья, кто смотрел мои предыдущие ролики, знает, как я полюбил вот эту вот малютку. Где она у нас? Вот она, друзья, малютка. И бомс! Все уничтожает. Кстати, а давайте попробуем. Почему бы и нет? Представим, что у нас опять же, ребят, зомби-апокалипсис. Огромное количество зомби. Просто капец, ребят. Просто очень много зомби.
все наполнилось зомби. Ладно, ребят, чисто вот реально, огромный город превратился в зомбаков, вот эти все зомби. И чтобы, ребят, не мучиться, чтобы, короче, все быстро это уничтожить, чтобы исправиться, правительство, короче, достает вот эту мини-бомбу, скидывает с самолета ее прямо на вымышленный наш город. Летит эта бомба, взрывается. Ах, смотрите-ка, и не всех даже мы убили. Серьезно? Даже не всех мы убили. А давайте-ка вот так. Чакрам, вот такой вот острый диск. Ну-ка, буковка L, моя любимая. Бамс по голове. Так, ловим. Еще раз, буковка L. Бамс, минус 2, друзья. Уничтожил я зомбей, уничтожил. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что такой видосик вам понравился. Обязательно, друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети ВКонтакте, Инстаграм. Подписывайтесь туда, будет безумно-безумно, друзья, приятно. Не забывайте оставлять много положительных комментариев. В описании ищите ссылочки, а я уже сказал. Не забывайте нажимать, ребят, вот, на колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики и быть первым в комментариях. Ну а на этом у меня все, с вами по-прежнему был Овер. Пишите, что мне еще такого интересного позаписывать в этой увлекательной игрушке. На этом я с вами прощаюсь, всем удачи и пока-пока!